Краеведческий музей поздравляет мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. Желает крепкого здоровья, бодрости духа, удачи во всех делах и мирного неба над головой. Напоминаем вам, что в Краеведческом музее работают новые выставки, так что каждый из вас найдет что-то по душе. С конца января в здании музея по улице Луначарского, 31, работает выставка, посвященная 85-летию Челябинской области «Люди, прославившие малую родину». Здесь можно узнать много нового и интересного о знаменитых верхнеуральцах. Кроме того, дополняет экспозицию серия фотопланшетов «Один день из жизни Челябинской области», любезно предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала. В здании музея по улице Карла Либкнехта, 56А, действуют сразу три выставки. «Афганистан. Прикоснись сердцем к подвигу». Представлено оружие и обмундирование советских солдат, выполнявших интернациональный долг в этой республике. Работает до конца февраля. «В моем саду» – персональная выставка творческих работ Светланы Рябиновой, магнитогорского автора, 25 лет занимающегося оригинальной техникой художественного выжигания по ткани. «Эврика». Занимательная выставка для любознательных посетителей всех возрастов. Особенно будет интересно детям. 23 февраля музей работает. В здании по улице Луначарского, 31, с 12 до 16 часов. Здание по улице Карла Либкнехта, 56А, с 10 до 16.00. Телефоны 2-23-83, 2-12-72 или мобильный 8-982-109-83-35.